Всем привет! С вами канал Камер. И сегодня у нас Кэмми Шарк! Акула челлендж. Правила игры такие. Если акула укусила за удочку нас, мы все свои наловленные штучки отправляем ей в ротик. Главное, чтобы руку не укусила. Ну что ж, распаковываем. Давайте я сейчас распакую. Нужно ее положить вот так вот и достаем нашу акулу. Ой, забыла совсем про эти штуки маленькие. Что это такое? Вау! А теперь давайте возьмем рыбок и вытки посмотрим, какая у нас акула. Сейчас разберемся. Сначала доставайте из пакетика все. Окей. Да. А где наши удочки? Мам, тут должны быть удочки. Умящий солнышко. Тут глазики. Мам, где глазики? В комментариях, как назвать нам эту акулу.
еще дырочки. Веруша, дай круг, давай, кидай, кидай. А ну! Можно я Мишке помогу? Котенок, давай, если она сама не справится, Мишка. Мишка, давай тяни. Одна. И вот так вот будет держать. Сломалась удочка, Мирочка, да? Мирочка, моя сладенькая. У нас второй раунд. И Мируша попалась одна рыбка. Мируша, давай тяни. Ой. Давай тяни. Вот так вот она подцепила. Вот, хоть бы акула не закрылась у тебя. Молодец, акула пожалела Миру. Мирочка, давай сниму. Вот так вот. Вот. Держи, пока одна есть. О, она рыбка. One fish. Английский. Давай. Хоть бы акула не закрылась. Фу. Это было тяжело. Мирша, давай, кидай кубик. Вручаю тебе кубик и удочку. Она. Я подержу акулу. Акулу. Акулку, акулку. Вот так будем ее называть. Фу! Один, два. О, две рыбки. Сейчас будет два, три. Хоть два ходит. Все, получается у нас один, один, да? Да. Давайте я посмотрю. Подожди, подожди, дай я ей ротик посмотрю, ладно? Все, вот, закрывается ротик, правильно? Угу. А теперь открываем его. А теперь, Мира, можно я сама? Все, ставьте рыбок обратно и третий, последний решающий раунд, хорошо? Я тоже. У меня ноль. А у меня нет. Папа, у тебя ноль. А мне... Один-один сейчас. Да. Кто сейчас проиграет, тот проиграет, да, Мишечка? Да. А кто выиграет? Мам, а кто выиграет? Мирочка, вот держи кубик сначала кидай. Он сразу не таскивала. А ну! А ну! Давай подержу вот. Давай подержу. Пожалуйста, акула не закройся на первом раунде. На третьем раунде. Молодец. Ну что? Зайчик, помочь тебе? Пойдем пусть. Рыбки, пойдем пусть. Здесь у меня две. Одна, да, у Кармелы? Одна. Ну что ж, пусть она тоже зеленая, ну, красная. Хоть бы акула не закрылась, пожалуйста. Давайте зеленую. Мне кажется, что это самая безопасная рыбка для меня. Ну что ж, Мируша, вручай кубик. Одна. Пусть бы у меня не закрылась, это она. Кармелочка, когда держишь акулу, ротик ей не держи. Ладно? О, молодец, Мишка. Есть! Фу. Ухожу, чтобы ты... Ой! Какая-то удочка попрыгунья. Она какую взяла, такую взяла. Фух! У меня тоже одна желтая и одна зеленая. Зеленая, Мирушенька. Мирочка, давай подцепляй. Не, я сама. Я чуть подниму руки. Закрылась акула. Ну, мам, и что у нас получается? Давай четвертый раунд. Последний самый? Да. Хотите еще последний? Да. Эй, акула. Вот так вот. Молодец, акула. Фух, я дала. Как мне ручку обижать. Я кладу, я кладу. А теперь зеленый. Ладно, вот так вот. Это. Там, где она дырочка? А вот у нас дырочка. Мира, давай, кидай кубик. Да, ведь у нас...
младший игрок? Я? Кто младший игрок? Мира. Так. А я не поняла, как Мира кинула так? Обычно. Я не видела. Я на голову держу. Фух! Окей. Сейчас все выкрутится. Две круто. Вытяну. Все пупырек! Ой-ой-ой-ой-ой! Вытянула! Давайте, детки, уже скажем тогда ребятам пока-пока. Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всех обнимаю и люблю. Муа!